один из главных врагов красоты – неблагоприятная экологическая ситуация. От недостатка кислорода страдаем мы сами, от этого страдает наша кожа. К счастью, есть такие косметологические методики, которые способны этот недостаток восполнять. И прямо сейчас мы находимся в имидж-студии Елены Ивановой, где нам расскажут, как все это работает. Методики аппаратного насыщения кислородом сегодня очень популярны. Их предлагают разные косметические бренды, но одной из первых на рынке стала процедура Intraceuticals. В данном аппарате происходит выработка чистейшего кислорода 95% насыщенности. Кислородный уход Intraceuticals рекомендован в любом возрасте и любому типу кожи. Процедура не просто атравматична, она даже приятна. Ощущается легкий холодок. Intraceuticals оказывает терапевтический эффект при куперозе, пигментных пятнах, жирной коже и акне. Циркуляция кислорода благотворно влияет на кровеносные сосуды и лимфатическую систему. Мы прорабатываем полностью все зоны, не исключая зону глаз, верхнего и нижнего века. Мы убираем отечность и восстанавливаем тургор кожи, что приводит к хорошему лифтинговому эффекту. Intraceuticals показан в качестве скорой помощи накануне торжества или ответственного события. За 40 минут можно вернуть свежесть лица. А если проходить процедуру курсом, эффект будет пролонгированным. Есть омолаживающие сыворотки, есть сыворотки обновления и сияния, есть сыворотки, разработанные для проблемной кожи, а также есть полноценные коктейли на основе омолаживающей сыворотки, плюс комплекс витаминов, плюс комплекс антиоксидантов. Всем известные препараты – это витамин А, витамин С и коллаген. Мне вообще очень нравится эта процедура, поэтому я на нее и хожу, я вижу эффект. И вижу эффект сразу после процедуры, и она мне дает возможность делать меньше инъекций, поэтому, но все должно быть в системе, это однозначно.